Всем привет! Сегодня мы снимаем чомчомчиков. Вот у нас такая коллекция чомчомчиков. Вот такая штучка и такие чомчомчики. Да, всем привет-привет! Вы на канале Свиталинка. Мы сегодня будем открывать вот такие цумцумы. Такой вот у нас один набор с брелком. Да. Здесь 4 цумцумчика, да? Да. Это у нас кто? Это у нас... Похоже, Анна, да? Да. Это у нас кто? Собачка. Бродяга, да? Из Леди и Бродяга. Да. А это у нас девочка Бу, да? Да, по-моему. Из корпорации монстров. Да. А этот у нас Беймакс, да? Да. Вот. И получается вот такой ковбой еще, да? Да, у нас еще есть такой ковбой. В этих двух наборах есть также еще по одному скрытому цумцуму, да? И смотрите, еще вот такая, у нее щечки. И такая мышка классная. Покажи, как она классно светится. Да, вот так прижимаешь ее, она светится. И... Давай. Давайте ее белую достанем. Давайте футболистку. Такая мини, да, у нас? Да. А давайте вот эту достанем, с этой начнем. Давай, начнем с этой. И смотрите, даже... Тебе помочь? Снизу можно погладить ее. Да, снизу такой животик у нее там, да? Ага. И как она здесь открывается? Подскажите мне, пожалуйста. Держи. Да, а что она говорит, интересно, да? Ну, она просто так пищит, да? Угу. Реально что-то говорит, да? А похоже, что она что-то говорит, да? И наконец-то давай. Мы достали нашу мини, да? А как ее зовут, кстати? Мини из Микки Мауса. Девочка, ты не узнала ее? Да. Я так и думала. У нее же такие ушки, смотри, это мышка такая. Я так и думала. Так и думала? Я так и думала, что это. Ну, просто в поселок я перебыл. А давайте в такой начнем, мало. С которой побольше наборчик? Да. Ну, давай. А это что такое? Ну, это такой брелок, там, где их хранить можно. Потом на рюкзак можно повесить. Ага. А давайте весь будем тянуть. Ой. Вот. Ага, и вот у нас какой попался. Это кто у нас такой? Ой. Это, по-моему, золотая рыбка, да, у нас какая-то? Ой, она такая твердая. Твердый? Да, только как мыло. Да, потрогай, вот так сделай. Вот такая у нас рыбка Клео, да? Только я не помню, с какого она мультфильма. Она еще так должна прыгать, да? А как ее? Прыгушка. Рыбка Клео. Клео? Да. Да. А я хочу достать знаешь кого? Бродягу. Бродягу? Угу. Так. Такая вот наша Анна. Какой смешная. Песик. Покажи бродягу. Вот такой бродяга у нас. Брелок с вами бродяга. Вот наш такой Беймакс из мультфильма «Город героев», да? Слышишь? У него микроножки. Слышишь, Соника? И девочка Бу из корпорации монстров. Такие, слушай, у него хвосты прикольные, мягкие. Слышишь, что они такие, как мыло, слышишь? Ну, они такие какие-то масляные, да, почему-то? Да. А как этот сад открывается, а? Давай я тебе помогу. Алинка уже принялась быстренько. Открывать брелок. А я с этого начну. А, тут даже вот логотип Цунцу. Так. Ой. Так, на такой пружинке. Вот туда их можно сложить. Всех бодя. Ну, у всех вряд ли получится. Я думаю, только парочку туда влезет. Алина все-таки хочет туда засунуть всех. Ты сейчас кому-то ухо, смотри, отщипишь. Ну, такие, Алина права. Всех засунула туда.
Ну, ты с собой их можно вешать на рюкзачок, брелок, и с собой брать. Попыхаться? Ну да. Принять льду откладывать. Ой, здесь не только какой у нас мышонок с кучей. Кто это? О, это уточка у нас, да? Да. Из утиных историй, да? А вот и мой колбочек. А это Вуди из истории игрушек, да? А вот и полочка. И вкладыш. Вот такой у нас вкладыш. Покажите мне. Да, и смотри, там все написано, кого как зовут. А где нас? Ну смотри, читай, кого там зовут. А я не умею читать же. Ну как не умеешь? Ты же буковки знаешь? Значит, уже практически умеешь. Давай выясним, как зовут нашу вот эту уточку. Смотри. А я здесь не вижу. А может, с другой стороны она есть? Глянь. Так, да, вот она у нас. Где вот? А вот. Угу. Дейзи, да, ее зовут? Дейзи. Давай я покажу вкладыш. Я хочу еще такую кошечку. Ага, кошечка Мари. Да, хочу кошечку Мари. Вот такой вкладыш. Это Дейзи. А что это за Дейзи? Их можно вот так друг на друга складировать. Смотри, это похоже ее подружка, вот. Да. Они даже есть, попадаются золотые. Ничего себе. Вот смотри, я сделала шапку. Вся коллекция, их 50 штук. Вот есть с таким значком это обычные, с розовым значком это редкие и с золотым значком ультраредкие. Итого нам какие попались? Обычная Дейзи у нас, да? Да. Потом кто у нас? Кто у нас тут еще есть? Вуди, это тоже обычный у нас. Кто? Вуди. Кто-кто? Клео тоже обычная, ну, в общем, я так поняла, нам все обычные. Анна обычная, которая часто попадается. Бу обычная. Так, бродяга наш, вот он, тоже. В общем, нам редких никаких не попалось, да, с тобой? Да. Угу, и Бэймакс тоже синенький. А ну давай их попробуем сложить вот такую пирамидку, как на картинке. А вдруг? А вдруг не получится? Друг на друга. Почему? Получится все. А вдруг недостаточно? Ну вообще, конечно, эта мышка самая прикольная, как по мне. Ой. Упс. Какая милашка. Ой, у меня не получается. Ну давайте вот такого. Такого. Такой хвост у нее. Ой, у меня все развалилось. Все развалилось? Давай я тебе помогу. Эй, я уже сама делаю. Ну, начну. Ага, вот так вот. Да. Ничего не получается. Ну, я сама делаю по метку. А потом, может, да, надо бросать этот мяч? Ну, так можно сложить. Вот так. Потом и, к примеру, вот так. Че, ну смотри, пирамидка получается. Ну зачем ты разбила? Все. Этих и эту ставим тут. И такая пирамидка у нас получилась. Ну какой тюм-тюмчик тебе больше всех понравился? А знаете, какой больше всех? Золотая рыбка. Рыбка Клео тебе понравилась? Да. Понятно. И бродяга. И бродяга. Мне тоже он очень понравился. А еще вот эта девочка. Она тоже такая милашка. Хотя и она тоже миленькая. Они же девочки, да? Да. Мне бродяга с улыбкой. Дейзи, понятно? Еще раз поближе покажем, да? И эту мышку. Вуди. И все. Бэймакс. Давай этих еще. Вот такие у нас. Клео. Бродягой. Видишь, они не закрываются, они туда все не лазят. Вот так. Это третье. В общем, Алина, походу, решила
цум-цумом центрофугу сделать. И вот так кутик. Они болтаются. Ну, я, кстати, думаю, что они такие будут очень-очень мягкие, как кушис, а они не очень такие мягкие. Вот такая. Я думаю, что они прям будут вот так сжиматься, а потом в свою форму возвращаться. Да? Угу. Так. А ну как мыло, поняла? Как мыло. Да, лучше бы это было мыло. Да. Вот это было мыло, да? Вот такие у нас сегодня игрушечки были. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Пока-пока!